Физко, привет! Согласно обещаниям, мы надолго не покидаем детско-юношескую спортивную школу номер 1. На старте программы наслаждаемся ароматом свежевыстланного искусственного газона, ожидающего футболистов. Выкручиваемся вслед за велосипедистами, присматриваемся к пытающимся согреться борцам или наблюдаем за теми, кто, кажется, мечтает об окончании урока физкультуры, наверное, просто потому, что он во вторую смену. Мы же отправляемся внутрь и присматриваемся внимательно к тому, как себя скоординировать, сбалансировать и победить на первенстве Краснодарского края по спортивной гимнастике. Погнали! В 22-й раз проводим региональные соревнования, краевые, старты надежд. В этом году у нас участвуют 53 девочки 2006 года и моложе, начиная от кандидатов в мастера спорта девочки и заканчивая третьим взрослым разрядом. Они выполняют упражнения на опорном прыжке, брусьях, упражнения на бревне и вольные упражнения. Соревнования проводятся 2 дня, третий день – финалы на отдельных видах соревнований, но у взрослых разрядов, у старших. У нас спортивный зал не соответствует настоящей действительности. То есть нет у нас поролоновых ям, нет батута, нет. Размеры зала не соответствуют действительности. И обидно то, что вот в городе Армавире запустили в этом году новый спортивный зал 36/18. Новороссийский то же самое 36/18, со всеми удобствами, со всеми тренировочными делами. И куда нам с ними тягаться? А у нас, да. Ну и на это молимся, и на это молимся. А почему в таком случае соревнования проходят в Сочи? Ну, Сочи понятно почему. Город-курорт. Южная столица, да, России.
Нам все нравится, но не хватает там ямы, батутов и, может, некоторых новых снарядов. Так все устраивает. То есть получается неполноценное комплектование зала сейчас. Угу. А если бы это все было, то... Мне кажется, было бы побольше достижений и побед. Они выступают, во-первых, не первый раз. У них уже это тренировочные процессы, тренировки, по две тренировки в день есть, по 4 часа в зале. То есть они выступают, рассчитывая на свои силы. Они должны быть в них уверены, все, для чего у них тренировки. А на соревнования они уже выходят показать, чему они научились. Свой труд показать. То есть все, кто допускается к этим соревнованиям, они уже обладают этой техникой подготовки? Конечно. Каким настроением приезжаете в Сочи регулярно на соревнования? С веселым, школы нет, отдыхаем от нее.
все учатся, завидуют тебе, что ты не учишься. Ну, с хорошим настроем, боевым. Боевым, да? Да. Чтобы выиграть, завоевать какое-то место. Спорт, да, непростой. Я думаю, что один из самых сложных. Но что касается падений, травматизма, они идут шаг за шагом. День ото дня они от маленького к большому, от простого к сложному. Это маты поролоновые, это страховка. Пока не придет уверенность. Да, зачастую уже прийти и работать на стандарте, на голом даже бревне, мы должны помочь им найти вот как бы слово, сказать, ты можешь, ты должна поверить в себя. Наверное, вот с этим девизом они потом в дальнейшем не должны идти по жизни и преодолевать себя. Это очень многое. Мои выпускницы, кто-то связал свою жизнь со спортом, физкультурный институт, там, фитнес-клубы. А для кого-то это, наверное, закалка, которая поможет им в дальнейшем идти по жизни, независимо от того, какая профессия. Потому что я думаю, что вот данный вид спорта, он учит, воспитываются волевые качества.
пришла сюда мама, мне очень понравился этот вид спорта. У меня было, надо было выбрать или теннис, или гимнастику, но так как я на гимнастику ходила больше, чем на теннис, меня заинтересовала гимнастика, у меня здесь больше получается. А что лучше всего получается? Бревно и вольные. Не сложно? Сложно. Сколько приходится тренироваться в день? 4 часа. 4 часа в день? А не хочется погулять, расслабиться? Хочется. Все, 7 дней в неделю, 4 часа в день? 6 дней. А 7-й день не хочется дополнительно позаниматься? Ну, я бываю дома сама. Специально, чтобы не терять форму. Очень хотелось свое будущее. Что с ним делать, со своим будущим? Чтобы у меня оно хорошее было. Так. И чтобы у меня было все хорошо в семье. Чтобы все гордились мной. Получается? Да. Хочешь свою жизнь в дальнейшем тоже связать с гимнастикой? Да. Стать олимпийским чемпионом? Да. Я занимаюсь гимнастикой, потому что это моя будущая профессия, чтобы в будущем, ну, я занимаюсь этим, мне потому что этим нравится заниматься, и что профессии тоже нравилось заниматься. Ты хочешь стать профессиональной гимнасткой и затем тренером? Да. Но перед этим стать олимпийским чемпионом? А что нужно сделать для того, чтобы вот из города Славянск на Кубани
добраться вот до триумфа, лучшей в мире стать? Нужно не пропускать тренировки, быть на каждой тренировке, работать по ней по 4 часа. На каждый снаряд по часу получается. Я занимаюсь гимнастикой ради того, чтобы поддерживать свое здоровье, чтобы быть сильной, смогла постоять за себя. Гимнастика позволяет и за себя постоять? Да. Как это? Ну, мы делаем подкачку, развиваем все свои мышцы. То есть у нас идет комплекс на пресс, на руки, на ноги. Ну, то есть силовые. Приходилось уже на улице это демонстрировать? Нет. Гимнастика помогает в повседневной жизни? Ну, в школе по физкультуре помогает. Вот иногда выхожу утром, ну, побегать там надо же, чтобы укрепить здоровье. Вообще не болеет? Когда... Нет. Ну, бывает только. Летом даже бегаем, когда тренировок нету, каникулы.
качаемся. Прямо сейчас другие родители смотрят и тоже приводят свою трехлетнюю дочку. Ты ей что покажешь? Я ей покажу много разных элементов, как красиво гимнастика, как это интересно, чтобы ей тоже стало интересно. А что тут интересно? Ну, ты получаешь кайф от того, что ты вообще делаешь эти элементы. А маленьким еще страшно вообще заниматься. Но потом становится интереснее, ты не можешь просто бросить этим заниматься. То есть интересно летать, интересно кувыркаться, интересно делать сальто, все понемногу. На финише программы складывается впечатление, что тут снаружи спортом занимается еще большее количество детей. Футболисты совсем миниатюрные, побольше и взрослые. Там шумят теннисисты, бегают легкоатлеты, продолжают что-то делать друг с другом борцы. Велосипедисты качают колеса, кто-то находится на трибунах, и это не только родители. Ну и мы вновь и вновь напоминаем тем, кто смотрит нашу программу в интернет, оставлять свои комментарии, дабы ваши герои стали героями нашей программы. Мы продолжаем двигаться.